Московской области реализуется программа капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, рассчитанная до 2030 года. В нее включены около 45 тысяч жилых строений из 54, расположенных на территории региона. Капремонт – дело хлопотное и затратное, но необходимое, поэтому собственникам и управляющим многоквартирными домами разъясняют, на что нужно обращать внимание при проведении капремонта. Как начать капитальный ремонт в многоквартирном доме? Частностей очень много. Вот. Ну, нужно сказать, что в Московской области более 54 тысяч домов, и эти дома постройки, начиная с 17 года, я не ошибаюсь, с 17 года, и заканчивая вот современными домами. Причем на современных домах, постройки современных домов, больше проблем, чем на тех, которые вот 17-го. Ну, их, правда, и по количеству меньше, но тем не менее, так на самом деле есть. Техническим заказчиком проведения капитального ремонта в многоквартирных домах выступает фонд капремонта, куда направляются средства собственников через оператора МОСОБЛ ЕРЦ. Ныне это единственная организация Подмосковья, занимающаяся сбором средств, которые пойдут на ремонт кровли, лифтовых шахт, подвальных помещений и фундамента, утепление фасадов и установку узлов регулирования потребления тепловой энергии. Здесь, скажем так, многонаправленное мероприятие, и это действительно и информирование, то есть донесение информации непосредственно до жителей через председателей совета домов, и обмен мнениями, обмен вот, проблемами, потому что у жителя одно мнение может быть, там, у руководителя управляющей компании другое, у областного руководства совсем третье, у районного четвертое. Вот, для того, чтобы находить консенсус, такие мероприятия как раз и нужны. Форум «Управдом» Воденцова проводится с завидной регулярностью. В этот раз спикеры – представители фонда капремонта, МОСОБЛ ЕРЦ, районной администрации. Среди выступающих – генеральный директор АО УЖХ Сергей Кочевалин. И тут же звучат вопросы о вывозе мусора, протекающей кровли, о возможных пени по квитанциям единого расчетного центра. Форум – универсальная площадка, позволяющая восполнить информационные пробелы для более эффективного сотрудничества и решения проблем в сфере ЖКХ. Мария Подъепольская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».